Привет, зритель! Перед тобой и перед нами HP Omen, игровая машина на RTX 3090, и это вся информация, которая у нас есть на данный момент. Мы, как ты знаешь, очень любим распаковывать, делать экшн-разборки в последнее время, да, и смотреть вообще, в принципе, как сборщики собирают компьютеры. Ну и в том числе мы решили посмотреть на HP Omen. Краткая предыстория. Соответственно, нам его прислали для того, чтобы мы сделали его нормальным. То есть, мы сюда поставим кастомную воду на видеокарту. На процессоре здесь бутлуп, насколько я знаю, судя по фотографиям. Здесь стоит 30, оминовский, это мы тоже сейчас все увидим. Здесь стоит карточка RTX 3090, ее как раз мы будем переодевать в воду, будем заказывать водоблок. И насколько нам известно, здесь какая-то своя HP-шная видеокарта. Поэтому мы хотим ее, предположительно, да. Мы хотим ее раздеть, посмотреть на нее, соответственно, расположение элементов и так далее, чтобы понимать, что нам заказать. Ладно, в общем, я думаю, в процессе мы все расскажем, и, наверное, стоит приступить к разборке. Этот компьютер какое-то время поработал у нашего заказчика. То есть заказчик его купил, какое-то время поработал, видимо, узнал про нас, говорит: ребят, давайте я вам его отправлю, сделаем его нормальным, потому что он чудовищно шумит и греется, да, насколько я помню. Память уходит в тротлинг, да. Вроде как на этой видеокарте человек планирует майнить больше, чем играть. Соответственно, очень сильно нагревается память, видеопамять видеокарты. И, собственно, поэтому она хочет одеться в водоблок. Что мы и будем делать. Не в этом видео, но может быть в будущем. Да. Так что, ребят, это не супер новая машина, но, насколько я знаю, физического вмешательства внутрь этого системного блока не было никогда. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, как, в принципе, компания HP собирает компьютеры. Давай-ка я его сейчас, наверное... Не-не-не, норм. Да. Сейчас я... Да! Опа! Давай, родной. Фы! Ревизия Б. Между прочим, смотри-ка. О, он какой-то маленький довольно. Ревизия Б. То есть когда-то была еще ревизия А. Давайте посмотрим, что на коробке. Ревизия на самом деле корпуса. Ребят, смотрите, если вы купите HP Omen, он приедет к вам такой же, только новый, соответственно. Я на это надеюсь. Intel Inside, значит, все-таки тут Intel. 30L, я на самом деле сначала подумал, что 30-литровый десктоп. Возможно, кстати, так и есть, но вроде бы как эта модель. Произведен в Китае, скомпонован в Вистране, не знаю, что это, район Юбэй, микрорайон Вангжиа. Хотел бы переехать в микрорайон Вангжиа, Баохонг-авеню. Срок гарантии год, срок службы 3, то есть через 3 года компания HP говорит вам о том, что этот компьютер работать не будет, вы утилизируете его. Хотя на самом деле такие машины... Может быть, но сейчас мы посмотрим, как он охлаждается, может быть, они правы. Так, что у нас здесь? Какая-то номер модели, опять же 30L. Московский регион, Ногинск. Да, продавался, видимо, через DNS, DNS Retail, потому что здесь должно было быть написано. Окей. К нам вроде как из Казахстана, насколько я знаю, пришел. Так, надо подзаземлиться немножко на всякий случай. И давайте посмотрим. Мы на самом деле сегодня, когда его забирали в СДЭКе, мы удивились, насколько он легкий. Он весит в собранном состоянии почти столько же, сколько 802 BigWyatt, просто пустой. В разобранном состоянии, пустой. Так, а я зря его перевернул. Ну, давай сейчас поставим его на крышу. Ну, слушай, кстати, для компьютера с 3090 системник действительно прям... Он очень маленький. Маленький, да, он не кажется большим. Мне нравится, что есть ножки. Я, как вы знаете, ребят, всегда вот первые впечатления, что вижу, то и леплю. Мне нравится, что есть ножки, ножки это круто. Перфорированное донышко. Тоже круто. Здесь вот у нас наклейка от HP с какой-то информацией, но ничего интересного на самом деле нет. 10-5 ампер, 50-60 Гц. Ну, собственно, под наши розетки. Сюда мы не лезем. Давайте его попробуем сейчас сделать вот так. Опа! Ну, слушай, пока внутрь не смотрим, вот мне корпус нравится. Он такой на ощупь, слушайте, добротный, он не люфтит, он крепенький. Ты пока толстенькое стекло, каленка, ну какая-то она матовая, что ли? Нет, почему матовая? Не-не-не. Как-то вот она, я не знаю, звук такой глухой. Обычно стекло, оно более звонкое, что ли.
Давайте его осмотрим со всех сторон. Начнем с жопки. Жопка всегда самая интересная. Кингстонский замок, да, я так понимаю. Внутренний доступ, смотри, что бы это ни значило. Ты, наверное, нажимаешь. А, нажимаешь и снимаешь стекло. Бы. Ну давай снимем. Так, не, ну. Ну давай, давай, ладно, раз я-то сюда дошел. Да. Блин, ну легкая на самом деле. Не знаю, что по толщине. Вообще, это, походу, акрил. По-моему, это акрил. Блин, давай железным чем-то постучим. Можно? Слушайте, ребят, похоже, это правда акрил. Подожди. Это либо очень хороший акрил, либо какое-то очень плохое стекло. Ну, не суть. Ладно, слишком много внимания. Да. Серийный номер есть, значит, видяха 3090, напоминаю, HDMI 3 дисплей-порта, Type-C 2 штуки. И 4, 2 3-0-ных, я так понимаю, 2 2-0-ных USB-шника. USB-шников зажали, конечно. 3 аудиовыхода, 1 сетевая. Вот как будто, знаешь, как будто материнка немножко съехала. Тебе не кажется, что она должна быть? Да. Ну вот, немножко вот так. Ну, это она наоборот. Она как будто как сильно бы, туда. Ну, это сама наклейка. Окей. То есть вот эта вот панель, ну, ты, ну, думаешь, да, съехала. И на вот панель. И очень, да, много свободного места. То есть пространство дофига. Я, кстати, таких матерей не видел никогда. Я делаю вывод, что тут HP-шная материнская плата, скорее всего, стоит. Так, ну пока самое интересное оставляем на потом. Эта крышка, я так понимаю, не снимается вообще, потому что она, смотри, запаяна. Красиво. То есть туда мы не проникнем. Есть блок питания на 4 винтах. Ну там. Вот здесь немножко подсорвано, да, как будто бы кто-то коряво завинчивал. Чувствуешь? Ну, да. На сборке, вот, я не знаю, ребята, наверное, тоже будет видно, ну, сейчас вот, по свету. С этого ракурса. Ну, смотри, я покручу там башкой, кому надо замедлить, но на самом деле, поверьте мне, тут как будто вот, ну, немножко сорвано. Просто я просто наблюдаю. Здесь сбоку мы видим надпись Omen. Ну, вот что мне нравится, за что я ставлю пятерку, ребят? За дизайн. Не, дизайн как бы... Дизайн отличный, выглядит очень хорошо. Вот здесь перфорированная, я так понимаю, боковинка, откуда, по идее, воздуха должен идти воздух. А теперь давай смотрим на мордочку, да. Да, и понимаем, что... Подожди, подожди, рано. Давай вот зайдем сюда. Здесь у нас два USB-шника 3.0-ных, да? Значок молнии говорит о том, что они типа позволяют заряжать гаджеты, видимо, там усиленный вольтаж, да? 3 вольта получается вместо полутора. Не, там не вольтаж, там наоборот, они по амперажу усиленные. Окей. Да, перепутал. Я вечно эту фигню путаю. Кнопочка вкл, соответственно. Ну, просто, чтобы ты понимал, наушники и микрофон. Три-нольник, который на панели идет, он так. Нет, он, в смысле, он стандартного. Стандартный три-нольный. Да. Понятно. Поэтому. Так. Есть вентилятор. Ну смотри, он немножко утоплен внутрь, все-таки, да? Если ты посмотришь. Да. То есть. Вот эти вот ребристые боковухи, по идее, работают. Да. А еще не просто так. Здесь стоит Core i9. Core i9, между прочим. Да. То есть это дорогой Omen, я предполагаю, может быть, даже самый крутой из Omen'ов, которые могут быть. Ну, спереди банальная 120-ка, и места одна. Еще под 120-ку нет. Да. А что на выдув? 80-ка, да? 80-ка и наверх еще водитель. Или это 92, это, по-моему, 92-я все-таки. Давай замерим, ну, чтобы не быть голословными. Да, такие нюансы на самом деле важны. Мы пытались найти, на самом деле, в разборке этот Omen. Было достаточно, ребят, тяжеловато. Дадим вам, попробуем дать ту информацию. Нет, это диаметр мерей. А? Диаметр. 90. Отлично. 90. Давайте посмотрим. Насколько я знаю, заказчик туда не лазил. И, соответственно, все, что здесь сейчас мы видим, собрано компанией HP. Особенно вот этот красивый кабель менеджмент WoW. Если бы ты так собирал, то ты бы, наверное, уже бы ничего не собирал. Ну, наверное, да. Или где-нибудь на Авито бы выкладывал. Ну, расскажи. Как бы здесь Давай. Должен быть кожух. Ну, типа, по-нормальному. Ну, конечно. Но поскольку они поставили вертушку вниз, просто у них дизайн такой, чтобы сюда да. ставить два харда. Уж так. Не знаю, зачем. Так, чья майнить, конечно. Ну, вот, так, конечно. Так. Без обдува чья майнить? Давай. Поэтому то... они поставили 120-ку, чтобы... Как бы, а куда ты их спрячешь? Ты посмотри за расстояние за задней крышкой. Там вот, ну, реально вот столько просто. Там ты ну ничего, да, ребят, вот, да, я даже мизинчик туда не смогу просунуть, да. Точно ну, вам ну, то есть, говорю. Как бы, вот, смотрите, кабель вон с фронт-панели 3.0, который идет, вот он один входит, а два их уже так вот не поставишь. То есть там места очень мало. Блин, а сборщику, кстати, я вот сейчас начинаю смотреть более внимательно, а сборщику-то тяжело тут все-таки, тут да? Сборщику, ну типа сборщику как сборщику? Там человек этот, мне кажется, просто сидит на потоке, их собирает. Просто суть в том, что тут по-другому не сделаешь. Тут как бы, я когда первый раз фотку увидел вот этого ужаса, я просто думал, что он вообще, как они вообще в принципе это делают? Но я понимаю, что сам корпус такой экстравагантный.
Ну да, по-хорошему им приподнять на самом деле 120-ку выше, да, убрать одну корзину для 3,5-дюймового, которую, кстати, можно и вот сюда спокойно зафигарить. Да. Вот просто где моя рука, да? То есть пусть будет здесь хард и здесь хард, а вот этот саташник так и должен торчать? Нет, а это они вывели специально, что типа тебе просто чтобы я легко подключил. Нет, а вот это называется забота, кстати, о пользователе. Но окей, вот здесь я вижу питание из сата, а здесь только питание. Где сата? Сату украли, видимо, я не знаю. Не знаю, как-то нелогично. Самое веселое, кстати, как-то нелогично. Хайпера, кстати, стоят. Давай посмотрим, какие. Нам что интересно? Нам интересно посмотреть, сейчас, что за память. Да. И здесь они... Высокие фьюри. Да ты переверни с этой стороны, посмотри. А тут я... 16 гигов. 3733. Нормально. Хорошая ну да, память. Не так уж и плохо, кстати. А, подожди, ты... Что? Ты же не переставлял модуль. Первый и третий слот. Но это их материнка, и я предполагаю, что, возможно, для их материнки это нормально. А возможно и нет. Ты ищешь OEM-производителя платы, да, нет, сейчас? Я пытаюсь найти, на некоторых материнках пишут, что типа сначала заполняйте этот. Нет, тут, к сожалению, такого нету. Но я говорю, у них своя материнка, смотрите, мы такой не видели, на ней вон гравировка. Омен. Давай снимем видяху, о чем мы заморачиваемся? Это же самое интересное. Тут очень много интересного, потому что это как бы все-таки собирали. Подожди, надо... вот здесь, смотри, она тоже фиксируется. Нет, это ее поддержка, да? Между прочим, смотрите, вместо того, чтобы какие-то стойки колхозить, у них вот здесь прикольно сделанная поддержка. Мне нравится вот такая вот реализация поддержки видяхи, если честно. Но, ребят, нам бы не прислали этот компьютер, если бы человек был доволен работой. Да. Тут все началось с того, что у меня, говорит, чудовищно все шумит. Просто пипец как, давайте ставить воду. Ну и понятно, да, здесь как мы все это будем обдувать. Вот у нас забор воздуха, достаточно приличный, кстати, да, у нас. Ну, то есть, вот как бы снять корзины под хардов, поставить сюда на вдув хотя бы три этих самых 120. Три вертушки, да, сюда вертушку. Ну и на здесь, в принципе, есть. Ну да. Но здесь он просто, он, видите, они сделали их максимально узким. И ради этого... Так. Не могу понять, кого напоминает мне вода. То есть кто-то им сделал воду ведь, правильно? Так. Подожди, не выдергивай. Нет. Оно на пластиковой защёлке, скорее всего. Оно наверх, вот так вот. Ну то есть оно, ты его вставляешь, вот сюда заезжает, а потом... Прикольно. Не, тема неплохая. Так. Поднимай, наверное, есть там этот уголок? Есть, конечно. Все как полагается, да? Слушай, я же не думаю, что компания HP сама на своем же заводе делает материнки. Она, скорее всего, у OEM-производителя заказывает какого-то, типа Acer, Gigabyte, там... HP партнер, так что, скорее всего, это обалдеть, действительно слушай. Ну и, собственно говоря, вот эта вот штука очень напоминает этот значок. Реально, получается, HP сама делает карточки. Да? Ну, то есть как, типа, под своим, по крайней мере, брендом. А можете просто сами. Ну, кстати, кирпичик такой. Он довольно легкий. Она легкая, она подозрительно легкая. Мне кажется, та же 3070, которую мы доставали с тобой из. Блин, она мне знаешь, кого напоминает? Сапфир Нитро, если честно. Да. Она тебе не напоминает Сапфир Нитро? Да, кстати. Смотри, какое забавное расположение вертушек и разные диаметры. А это большая. Да, я тоже хотел сказать. Ну что, проведем взвешивание контрольное? Да давай, у меня супер-мега-офигенные вон там вот красивые весы есть. Нам что, с кем взвешивать это надо сразу? Слушайте, мне кажется, что вот реально та 3070, она была потяжелее даже. Но мы ее еще раз берем, на самом деле, и поглядим на эту видеокарту. Сейчас мы ее можем смотреть только визуально и снаружи. Но смотрите, разборка, как я понимаю, этой видяхи, она не лишит нас гарантии, потому что все вот эти винты, которые я вижу в видимой зоне, они без гарантийных стикеров. И это приятный бонус. Это... На ну, а самом обычно деле. Вот эти четыре, они самые основные. Смотри, держат, даже вот. И кожух, и передняя, да, короче, ну, заглушка, все, ничего нигде не заклеено. Молодцы. Я не знаю, мы же не срывали с тобой никакую гарантийку. Нет. Вот сколько так, весит? 3070 гиговская весит 966 грамм. Давай эту взвесим. Ну-ка. А, нет, ну, она, слушай, потяжелее. Побольше меди получается, окей. Ну, правда, эта карта, надо не забывать, это 250 ватт, а это 350. Окей. Я думаю, что самое интересное на самом деле видеокарта. Я не знаю, будем ли мы на этом видео ее разбирать. Может быть, да, может быть, нет. Но вообще, ребят, я вам рекомендую просто всем подписываться в телеграм-канал. Там эта информация по-любому появится. Так, что мы видим с вами еще по материнке? Два модуля оперативки, 3733, мы их тоже есть. Подожди, а что мы полетели-то ее разбирать? Может, мы стартанем сначала?
сохраним компьютер. Давайте немножко просто посмотрим. SSD раз, SSD 2. Понял? А, это радик под SSD-шник. Ну, кстати, вот радик не пластик. А это пластиковая просто заглушка. А он там его и нет, скорее всего, потому что... Давай посмотрим, что за SSD-шники, раз мы начали. Мы же не любим с тобой ничего включать. Давай разбирай сразу. Ну, сначала все разбираем, а потом как бы такие, а оно вообще работало? Да. И посмотрим, мне интересен, естественно, прижим оперативки, да? Ой, прижим термопасты, то есть. Я за оперативку полез вытаскивать, поэтому говорю, прижим оперативки. Я, честно говоря, прежде всего, я бы хотел, честно говоря, разобрать и просто посмотреть на то, какие давай температуры у i9 под односекционной такой водой. Давай попробуем. Это... А, тебе... ты понял? Слушай, а неплохо. Это просто SSD и все? Нет. А, нет, внутри SSD, внутри это охлад. SSD. Но это аналогично Орусу. Да. Ну, пока мне нравится, слушай, кстати. Это побольше, да. Это сильно больше да, Орусу. Да, и ребра правильно ходит, расположены, чтобы проталкивать воздух назад. Вот это вот как будто, я не знаю, чем-то они грызли таким, но он, видишь, немножко так это... Я думаю, что это завинчивалось, как типа вообще машина собирает наполовину. Давай разберем, посмотрим, что внутри стоит. Да, давайте посмотрим. И посмотрим, есть ли второй SSD-шник. Ну, а потом снимем, соответственно, помпу, посмотрим прижим. Нет, мы сначала, наверное, его все-таки стартанем. Думаешь? Посмотрим температуру, а потом, чтобы нам не сказали, да вы там все это самое, пасту поменяли, еще что-то поменяли. А, ну как вариант, давай попробуем. Ну, в таком случае, ну, надо было сначала его включать, а потом разбирать. Ну, по-хорошему. Не, ну, как бы, да. Ну, ладно. Первое впечатление, оно всегда интересное. Да, типа, а что здесь? Да. А тут что? Кондёры вообще не защищены, смотри, ничем. Просто торчат и все. Ну, они должны быть защищены? Ну, насколько я знаю, их можно в какие-то бочонки прятать. Не. Разбирай SSD-шник. В случае на термопрокладке, конечно, да. А, она еще и снизу тут термопрокладка. И... Оп. Так. HP-шный наверняка, потому что в рознице HP-шки продают свои. VD Black. Вау. For Omen NVMe SSD, ребят, написано. Да. Ну, слушайте, неплохо. VD Black очень достойный SSD-шник. Да. Здесь не пожадничали. И пока что вообще все выглядит прилично, но мне единственное, что, конечно, ребят очень не нравится, это продувка всей этой системы. Оно все выглядит стильно, но есть некоторые проблемы с продувом, просто вот адские. Да сейчас посмотрим, в принципе, да? Давай тогда не будем его полностью разбирать до конца. Не, мы сейчас его сейчас соберем обратно. Мне нравится, что не торчат провода хотя бы вот там, да, где, видимо, позволили сделать так, чтобы они не торчали, потому что тут, очевидно, мешает охлаждение. Смотри, как прикольно реализовано питание проца. 4 пина, 4 пина отдельно просто. Mm-hmm. То есть это не 8-пинка, как мы привыкли мне видеть. Мне больше её интересно... Я предполагаю, запитывается, нет, может быть... Не, просто он довольно странно вот выглядит. Вот вертушка, которая запитывает, ну, которая вот она, да? Нет, мне больше интересно, что вот это вот. Аудиовыход, наверное, да? Да, похоже на то. Да, фронт аудио написано, да, вон там. Вот здесь, ребят, написано фронт аудио, и оно находится в верхнем левом углу материнки. Ну, типа, почему бы и нет, да? Какие-то перемычки. Перемычка сброса биоса присутствует, кстати, вот она. Но я не буду сейчас его сбрасывать. Но сбрасывается он по старинке. Вот как, знаете, на старых, кто вот из олдфагов меня смотрит. Ты прям поднимаешь на матери готовый пин, да, кидаешь на 1+2, возвращаешь обратно. Спикер тоже интегрированный. Ну или бузер, кому как нравится. Спикер, и вот, кстати, мне знаешь, что еще хочется проверить? Вот меня ругали за то, что я тут неправильно ввинчиваю. Что заземляться надо. А, нет, все правильно, так и есть. У них просто она разводка другого цвета. Мне показалось, что здесь прокладки стоят. Оу! У нас отвертка размагнитилась, судя по всему. То, что я могу сказать по поводу надо заземляться, это тот факт, что у меня компьютер миллион лет жил вообще без корпуса. И как-то с ним ни черта не случалось. Поэтому. Но мы же говорим как бы о гипотетической, нет, идеальной ситуации, в которой работает компьютер, да, правильно? Мы же около техноблок пилим, поэтому мы хотим, чтобы у нас все заземленное было, чтобы все было максимально просто идеально. Блок питания от Cooler Master. Сколько, интересно? 750 ватт, 80 плюс платинум. Тоже не удивлюсь, если делают специально для HP Omen'ов. Выглядит хорошо, провода... Слушай, ну они гибкие. Ну как от Cooler Master, короче, МВЕшки, походу. Они гибкие, да, они хорошие. Нет, у МВЕшки они, по-моему, чуть-чуть другие. Эти чуть более
плотные, что ли, я не знаю. На ощупь, да? Нет, нет, у нас они закончились. Вот чисто по сенсорике. Да, да, да. Поплотнее, да, немного? Они более жесткие. Вот это, смотри, какой-то еще тоже у них отдельный модуль, похож на ноутбучный. В него приходит питание. Я так понимаю, это у нас SATA коннектор, просто нереализованный, который, по идее, может быть, сюда, кстати, должен уходить. Ну, он вот еще один SATA коннектор, я, в принципе, не очень понимаю. Нет, этот идет сюда. Ну, вот сюда, я ну, так типа, понимаю. А второй он, по идее, должен ну, идти в общем, сюда. Да, логично. Не, вообще, просто смотри, это получается USB-шка, USB-шка. Что тут еще? Они просто сделали отдельный модуль, да, чтобы не заморачиваться, я так понимаю, и не фигачить его на плате. О, Wi-Fi, кстати. Да, есть Wi-Fi, и куда-то уходит антенна. А куда? Не знаю, куда-то вверх корпуса, судя по всему. Ну, иногда вопросов больше, чем ответов, и это ровно тот случай. Я предполагаю, что, скорее всего, это контроллер подсветки, в том числе. Фан 1, слушай, а тут мы, кстати, достаточно сильно ограничены с контроллерами тех же вот вертушек. Вот у нас фан 1, то есть у нас материнка реально голая, на ней нет ничего, что мы могли бы применить. Вот все, что здесь установлено, ровно оно на материнке, ребята, распаяно. То есть апгрейдить такой системный блок будет сложнее, чем если вы просто сами будете собирать, ну, в принципе, компьютер. Невозможно. Ну, то есть получается, что да. Ну, то есть как, можно памяти докинуть там, я не знаю, и все. Я не понимаю, зачем вот тут свободный SATA, правда. То есть, предположительно, чтобы что? Не, ну я могу... Хотя нет. Я вообще все-таки предполагаю, что, наверное, он как-то должен подключаться в... А нет. Нет, вот они общаются с материнкой через вот этот, я так понимаю, коннектор, да, по USB. Видимо, есть какой-то драйвер вот этой вот штуки, которая делает что? CN1. И куда-то это все пошло, куда-то туда, и непонятно, что там происходит. Нет, слушай, подожди, а мы, получается, сзади... А, так это, ребят, это фронт-панель, подожди, а где у нас фронт-панель-то, в принципе? Ну, здесь сверху. В смысле, фронт-панель? Ну, непосредственно, power switch, ресета тут нет, лампочки, ну, вот, и прочее. Включения. Тут только кнопка включения. А куда она приходит? Вот, скорее всего, не она. Ну, по крайней мере, да, power switch, вон с этой стороны написано. То есть это все-таки не кнопка вкл, да, это она. Вот, вот, ребят, как выглядит настоящая мужицкая фронт-панель. Здесь всего две ноги. Вкл, а не все эти ваши лампочки, включи, диод активности, харда, перезагрузку, функциональную клавишу хочу туда, чтобы добавили. Спикер, просто два контакта, на, включил, готово. Но на самом деле, шутки шутками, что вот это, пока мне непонятно. Оно общается с материнкой по USB, имеет собственное SATA-питание, куда-то провода эти уходят. Ну, они, понимаете, о них нельзя проследить, потому что они ушли, и все. А, ну, я понял, что он интернет. Радик седьмой. Родион. Седьмой Родион. Ну, я говорю, на кого-то из Сапфирок похоже, но я, возможно, действительно смотрел на седьмой Родион, да, то есть в голове рисовал. Похоже. Так, как вы видите, мы пока ничего не снимали, ничего не трогали. Прижим термопасты мы не знаем какой, мы не знаем, что там за паста, и мы не знаем, какие температуры. Я тебе говорю, у нас размагнитилась эта отвертка. Либо просто тут хитрые винтики. Возьми вон ту вот из Леруа Мерлена с резиновой ручкой, да. У нее шикарный должен быть магнит. Проверь сначала на ладони. Значит, вот та размагнитилась все-таки дипкуловская спустя 2 года, да? И у тебя куда-то сюда винтик же упал. Да, так я его сейчас подниму. Ты его видишь? Да. А, шикор, шикарно. Видяху за это самое? Зафиксирую пациента. Да хотя бы на один. Ну лучше уж на два раз уж начал. Да лучше уж сразу. Давай. Если уж на то пошло. Давай, дадим ей питание, да, и попробуем все-таки включиться. Так, наверное, лучше будет сделать вот так. Что? Сделали даже, смотри, 6 плюс 2, не 8 плюс 8, а 6 плюс 2 плюс 6 плюс 2. Ну, так он же БПшник-то, он на базе какого-то сделал. Поэтому хоть они и спешл, так сказать, for omen. Да не заморачивайся, давай, да уже нет, поставь. Ну, или он, а, ну все, давай, как окей. Мы можем... Давай. Фигач. А, слушай, я походу понял. Что ты понял? Легкий. У нее, походу, основа частично пластиковая. Нет, ну я понимаю, что они экономят на чем могут, конечно. Но он реально, ребят, он весит 16 килограмм в собранном состоянии. Это очень странная фигня, что мы не можем сюда таким образом залезть. Нет, как ты видишь, что-то тут ездит. Не, ездит это передняя панель. А туда тебя не пустят, нефиг тебе там делать просто и все. Ну то есть серьезно, у тебя провода протянуты, а что тебе надо? Давай поставь его на пьедестал наш и стартанем, и посмотрим, что и как.
Нет, он прям, он реально это как будто ты собрал на какого-нибудь 10-400 и 16-50 туда воткнул поверх. Ну я согласен, он действительно легкий. Я даже не знаю, это скорее плюс. То есть, когда ты собираешь компьютеры, которые рассылаешь по всему миру, я предполагаю, что каждый грамм веса тебе столько-то, сколько-то стоит. Скорее всего, правильно? Вот тебе нужно отправить. Без минусов тут просто ужасно мало USB-шек. Да, с этим я согласен. Но тут два Type-C. Они смотрят в будущее. Ну, ты понимаешь, как вот понимаю. Просто... Нашей одной заказчице, чтобы вы понимали, у нее какая была 550-я Taichi, там у нее сзади то ли 8, то ли 10 выходов, на морде у нее еще было 4 USB-шника. Они были заняты все абсолютно. И она говорит, а я еще хочу, можно что-то с этим сделать. Поэтому, ну как бы... Можно. Вот такой вот контроллер. Да, вам, в принципе, вот такой прекрасный контроллер можно замутить. Да. Собственно говоря, он и не весь стоит теперь, по-моему. Так. Питание дал? Так, питание. Видеокарту вставил? Есть. Клаву да, мышь вставил? Да. Вкл нажал? Все, подожди, стой, он стартанул. А, вот стартанул. Когда ты подумал, что уже все, он запустился в этот момент. Мы память не вставили, Вов. А, ну да. И он такой, типа, парни, вы это самое. Вы парни, а где память? Да. Дай мне память. Подожди. Ну, теперь ставь. Да нафига ты? Ну так что, ставим первый-третий, как стояло? Первый-третий, как стояло, конечно. И проверим, заведется, кстати, работает ли он на XMP профиле. Биус-то мы не скидывали. Ну, как бы. Не, ну частёре он сейчас мог скинуться, просто потому что... Без памяти мы его запустили. Ну, тогда нам напишет, что, типа, был брошен. А, кстати, тут же вообще биус-то, получается, HP-шный будет. Вот мне интересно, очень интересно зайти в винду. Сейчас а раз, а там пароль на вход. Биус. Ну, тогда ты будешь писать заказчику и спрашивать, а... Ну, я о том же и говорю, что хотелось бы все одним кадром запилить. Ну, мы как минимум в BIOS зайдем сначала. Так, посткодов тут на материнке вообще не... Нет, но он сделает пик. Во всяком случае, должен. Или не сделал. Да подожди ты, подожди. Тогда. А, без памяти он, кстати, не орал, хотя бузер у него есть. Но мы стартанули. Оставь, пожалуйста, английский. System Information, наверное. Memory. 11-е поколение, 11900K. Ну, отличный, между прочим, компьютер-то, я вам скажу. 32 гига. Просто помнишь, памяти. Там люди говорят 11600, там 300 ватт, нужна там чуть ли не кастом СВО трехсекционная, просто односекционная вода. Да, 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 нет, я понимаю, что я ставил односекционку на 9900K много раз. 3200. Хотя при этом память у нас как 3700, 33. То есть это, видимо, материнка ограничивает на всякий случай. А ну-ка на вторую страницу давай прыгнем. Next нажми, ага. Да не back, а next. А, ну или так, окей. Но это второй тип мы модуль смотрим. Интересно, ребят, у нас 3733, вы все видели сами, работает 3200. Может быть, HP так подстраховывается. Да, гиговый, 29 градусов. Мне нравится, вот TP-Trill температуру SSD показывает прямо в BIOS'е. Да. Прикольно. Ну, тут BIOS такой какой-то. Ну, я понимаю, фан зайди. Ну, кстати, работает в данный момент очень тихо. Ну, потому что меньше 1% CPU-шный он вообще пишет. И 30% у нас, соответственно, крутится вертушка. Ну, это вот это, скорее всего. Я так предполагаю. Reart, шасси фан, да, ты прав. И next нажми на вторую страницу, давай прыгнем. А вот это как? А вот это фронт шасси фан. 18%. Ну но, да. Но мне просто интересно, вот смотри, посмотри на вертушку, она крутится. Да. Если это меньше 1%, то у меня не крутится. Нет, меньше 1% это нагрузка. Все. Нет. Да. Нет, это, типа, мне кажется, это количество оборотов. Ну, короче, он немножко со. Может быть, он на помпу так реагирует? А, может быть. Ну, не, а помпа у нее отдельный свой какой-то потолок. Окей, да. Мы пока не попадем в винду, мы можем только гадать, я предполагаю. Ну все, мы посмотрели, да, у нас 3733, соответственно, нету. Да. Но мы понимаем, что у нас есть 3200. Да.
Может быть, компания HP закладывает, может, она понизила тайминги. Давайте попробуем, загрузимся, да, в винду посмотрим. Видел, да, красивый значок такой. Мне нравится пока. Нет, значок классный. Ну да, у нас реально пароль. Там еще и мы этот момент я в любом случае буду вырезать. Да, сейчас я буду ему писать. О, красиво, мне нравится. И вот мы зашумели. И шумит видеокарта, ребят. И шумит чудовищно просто. Это возможно, точно не эта вертушка, точно не она и точно не передняя. Возможно, ей нужен человек, драйвер. Не, возможно, в этом у нее человек просто автоматически поставил на 100% в каком-нибудь там бёрнере или еще что-то. Мы еще в винду не зашли. Софт не активен. Так, здесь будет пауза, и потом, соответственно, продолжим дальше, когда узнаем пароль. Ребят, ну мы сейчас сделали небольшой перерыв, минут, наверное, в 10, я там клиентам отписывал еще что-то, и, в общем, все это время вот это вот чудовище шумит. Он шумит ужасно, я не могу, мне хочется умереть рядом с таким постоянным шумом. Это очень плохо, это очень плохо. И тут Вова, пока его оглядел, у него есть парочка, да, расскажи, ну, что ты увидел? Ну, во-первых, что... Пока я на картах тут сижу. Самое первое, что бросается в глаза... Он стоял просто в АФК-режиме и, собственно говоря, выключил подсветку на водоблоке и выключил подсветку на память. И на вертушке на передней. А значок Омин еще светится. Да, значок... Мне очень нравится значок Омин, на самом значок деле. Значок Омин светится, на RTX также надпись светится. Угу. Второе, я посидел, посмотрел, у него же вот здесь снизу Wi-Fi-ная карта. И, соответственно, я посмотрел, провода идут наверх и выходят куда-то вот сюда, на переднюю панель. Uh-huh. Так что, соответственно, если вы его повернете как-то от себя лицом, то у вас Wi-Fi, скорее всего, брать будет довольно фигово. Второе, то, что я посмотрел по поводу вот этого вот, это? Насколько я понимаю, это такая, что-то типа универсальная карта расширения, где есть USB-шник, есть, соответственно, SATA-шник, он просто, видимо, в него еще просто дополнительный, можно воткнуть еще один. Плюс еще здесь, как я понимаю, подсветка вот этой HP-шной надписью, ну точнее оминовской, и подсветка, видимо, в общем, целиком всего корпуса. Плюс еще в том же контроллере. Да. Ага. Плюс еще, что я, в принципе, из того, что я пока сидел, посмотрел, в RAM очень грустно. Просто, чтобы вы понимали, он вот сейчас в режиме, ну, фактически рабочего стола или даже меньше. В RAM, ну, как бы радиаторы уже нагрелись где-то градусов типа до 25. Ну, то есть, по ним прям, ну, типа, ну, не 25, наверное, даже побольше. 20, наверное, где-то в районе 30-ника. Ну, то есть, в RAM они вот им... Сейчас запустим стресс-тест, будет, мне кажется, больно и страшно. Да, ребят, плюс мы выяснили стоимость этого компа и выяснили пароль. Я сейчас отвернусь, ты введи пароль, я тебе его диктовал, надеюсь, ты его запомнил. А я вам покажу, пока я отвернулся, да, чтобы вам не палить, соответственно. Ребят, смотрите, я нашел аналог на Амазоне. Все вроде то же самое, но только процессор 10850K. В России вот ровно такой же компьютер я в продаже не нашел. Но 10850K, 32 гига, терабайтовый SSD-шник, Windows 10 Home, RTX 3090 и как раз 30L. Это он. Стоимость на Амазоне $4400. Ну, чтобы понять, да, что у нас 11900K, я думаю, долларов 500 докинем. И, соответственно, вот эта вот цена 325 600 рублей, это на момент, когда мы записываем видео курса доллара. Ну, добавьте тысяч там 40-50, наверное, за то, что это новый процессор, и получите там 365 тысяч. То есть, на самом деле, весь этот компьютер можно купить чуть дороже, чем просто, например, 3090 сегодня в рознице продается. Но надо помнить, что это Amazon, что вы заплатите таможенную пошлину, да, и это все очень круто работает, если вы живете в США. Если вы живете в России, то, во-первых, Amazon в принципе не доставляет, нужно огородами сюда привозить его, во-вторых, платить посредникам, платить налоги и прочее. Ну что, Вов, я разворачиваюсь, да? Шум не прекращается, как вы видите. Вот, и вот он прекратился, потому что ты сделал? Ну я включил, сейчас вообще пользовательский. А, вот сейчас он вообще в фан-стоп упал, да? Подожди, может быть тут был пользовательский включен, поэтому он шумел? Нет, ну пользовательский я вам сейчас покажу, собственно говоря. Как бы вот она пользовательская настройка. То есть все-таки это какая-то своя была настройка, пока Afterburner не загрузился, правильно я понимаю? Не, он пока Afterburner он загрузился вот в таком режиме, он просто работал на 100%. Мне кажется, это мы какой-то просто баг поймали. Потому что вот мы отключаем пользовательский, и она падает в этот самый, мне кажется, это реально вот просто
Мы тут сидели, ее ругали, и просто поймали какую-то... Давай пару. Перезагрузимся и проверим. Давай проверим. Только надо мне будет, ну, чтобы это, не монтировать 3 часа, потом просто как-то отвернуться или прикрыть камеру, чтобы не показывать почту заказчика. Перезагружаемся, проверяем. Мне кажется, что нет, что в принципе видях так настроено, что вот пока она не загрузится, она будет жужжать. А вообще, мне кажется, еще должен быть какой-то проприетарный софт HP-шный. Ну там он стоит. И я бы хотел на него взглянуть. Тишина. Смотри. Рано? Рано. Вот сейчас я отвернулся, ребят. Там что-то очень интересное. Посмотрим на наш кондей. Сейчас можно бэха дрифтить будет. Скажи, когда. Подождите еще немножечко. А, неправильный. Почему? Почему? Там всего 4 цифры, Вова. Он грузит, все, можешь смотреть дальше. Что это за ошибка? Да это он. А, про обновление интернета нет, понял. Да. Не, ну сейчас тихо, кстати. Тут тихо, но возможно, я на самом деле, потому что первое, что я зашел и сделал, я загрузил вот эту фигню, но оно, собственно говоря, особо не помогло. Да, мы поймали какой-то баг, получается. Ну, значит, поймали. Так, это мы пока не будем делать, пока мы воду не поставим. И давайте посмотрим хоть что-то. Да, если NiceHash грузится в автозагрузке, значит человек покупал для майнинга. Все четко. И вы представляете, как вот он сидит, у него майнит карта, и как она орет. Не, ну как бы сейчас. Сейчас она тянет, сейчас все ультра тихо, сейчас все супер тихо. И довольно холодно. Здесь холодно. Скорее всего, мы просто реально поймали. VRM комнатной температуры. Ну как бы. Все не, ну, как бы норм. Ну да. А теперь давайте немножечко жести. Так, мы должны что-то сейчас еще снимать здесь? Или мы уже на этом этапе можем ставить паузу и, в принципе, начинать примерять, разбирать видяху и думать, какой водоблок не заказывать? Я бы, честно говоря, просто взглянул на температуру, потому что мне лично очень интересно. Ну, давай попробуем. Каким образом 8 фаз целиком справится с 11900, и как односекционная вода также себя покажет? Давай попробуем. Ты хочешь прайм закинуть туда или что? Давай. С фурмарком параллельно. А, посмотри, какая частота памяти. Просто вот, тупо диспетчер задач запусти. Раскрой его, производительность памяти внизу посмотри. Растяни, растяни. Барабанная дробь. 3200. То есть 3733, ребят, работает на 3200. Не знаю, хорошо это или плохо, решать не мне. Открой CPU-Z, глянь, пожалуйста, в CPU-Z, что за тайминги стоят. Я это сделаю, когда установлю hardware info, чтобы нам все равно все... Ну давай, окей. Ставим HV-инфу, кидаем Prime 95, кидаем Фурмарк, правильно? Ну, Фурмарк нам не нужен. Просто Prime. Просто даже, Prime будет достаточно. Даже, посмотрим, так. Даже без закрытого стекла, да? Да. Но давай. Просто тупо интересно. Так. Ну вот сейчас Prime пошел с EVX, правильно? Да. Сенсор Sony. Вон она, вертушка раскручивается, по крайней мере. Ну пока все тихо, пока я слышу только электричку. И давай пока глянем эти... тайминги на памяти. Интересно, интересно. То есть, если HP все-таки опустило... О, пошло. Вот он пошел. Это не видеокарта. 4000... А, ну и, вот, смотри. Сразу, просто с первых секунд. Тротл адовый. Тротл, 2 ядра, 3 ядра. Ну, ты так радуешься, как будто это хорошо. Ну, мне просто как это... Все работает так, как и должно работать, собственно говоря. Покажи тайминги, и я потом кое-что хочу сказать после этого. О, хороший таймер. Это, я понял, это JDEC 3200, это не XMP 3200. И в BIOS мы XMP активировать не можем, просто потому, что там этой настройки нет. Ребят, чтобы вы понимали, сейчас у нас 3200, 22, 22, 22, 52, 560, CR1. Это реально вот хорошо может быть для ноута. Это зеленый Samsung, я точно так же могу... Я зеленый крушел дешманский могу раскидать так. Да, ребят, сейчас вы видите еще шум, соответственно, вентилятора, охлаждающего процессор. Ну, радики еле тёплые. Нет, вот этот, кстати, уже начинает нагреваться. А мы сейчас... Тёплый воздух выходит. Самое веселое, сейчас давайте мы посмотрим, есть ли тут датчик на... Так, это... На VRM? Нет, конечно. О, смотри, он немножко остудил его. Ты ничего не делал сейчас? Нет, я ничего то не делал. То есть до сих пор идет нагрузка? А, ну это тротл сработал просто, да? Нет, и упали частоты. А, это я понял, это этот, как его, МЦЕшка отработала. Он сбросил частоту, сколько вот он сейчас жрет? 170 ватт. Вот, он в пике жрал 220 ватт, и он начал тротлить, и сейчас МЦЕшка отработала, и вот он жрет свои 170 ватт, и, собственно говоря... И пропускает такты. Нет, так-то сейчас он не пропускает. А частота какая? Нет, вот сейчас... Не, подожди, вот сейчас он ничего не пропускает. 4000 окей. Ровно. Окей, понятно. 11900K на 4000. Да.
Просто потому, что зажали охлада. Нет, потому что... Зато это... красиво. Да, теперь просто, просто ради интереса давайте посмотрим, сколько у него будет без... Без EVX-а? Без EVX-а, да. И пока Вова настраивает, ребят, хочу кое-что сказать. Это важно. Ребят, чтобы вы понимали, среди тех сборщиков, на которых, например, я подписан в Инстаграме, там где-то, где-то ВКонтакте, за которыми я слежу, 4.8 без EVX. Я понял. Я понял. При этом тихо и температуры приемлемые. Ну, это, ну как температура? Сейчас 230, 215 ватт, сейчас он МЦЕшка отработает, а он опять начнет. Ну, то есть надо дать ему немножко времени. Да. Я говорил о том, что среди сборщиков, на которых я подписан, еще кого-то, никто не отдаст человеку компьютер, который тротлит в прайме. Вот серьезно. Этого не сделаем ни мы, этого не сделает никто из тех ребят, ну, с которыми я не то чтобы общаюсь, за которыми я слежу. МЦЕшка отработала и стала 4.5. Ну, то есть он в МЦЕшке 4.8, uh-huh, uh-huh, uh-huh. А потом, соответственно... То есть разгонный потенциал процессора теряется очень сильно из-за плохого охлаждения. Ну, оно не то, что из-за охлаждения, тут просто как бы само охлаждение не тянет, а это, в принципе, там, его стоковая работа, скорее всего, ну или около того. Но он же мог бы разбуститься, поставить бы нормальный продуваемый корпус и нормальную, ну, водянку туда. Ну, хотя бы Кракен, бы... хотя бы Кракен 63-й, да, грубо говоря. Ну, да. Под Кракеном, по-моему, он вот только с EVX держит. Да, да, да. Но точно не 4. Сто пудов не 4. У него, по-моему, 4.7, 4.8 с EVX вторым. Под Кракеном 63-м. В нормальном продуваемом корпусе. Ну что, ребят, примерно в первое впечатление понятно. Лично о, мне, кстати, знаешь, что еще можем сделать? Больно от того, что здесь тайминги конские просто. То есть, в принципе, ну, два быстрых модуля оперативки. Хайпера на CGR-ах, я так думаю, на нормальных. Да. 3733, какая у них там? Насколько я знаю эту память, по-моему, 17, 19, 23, кажется, да, у них по... По XMP. Что-то типа того. Да. Что-то типа того. А мы работаем 3200, 22. Что там, какой-то. 22, 22, 22. И TRC, что там, 560, по-моему. Да, ну что-то как-то жестко, я считаю. Вот это на самом деле называть уже игровым компьютером довольно тяжело, потому что просто память у нас, ну, очень-очень медленная. Не, ну тут как бы смотри, первая проблема, давай. Что как бы нет, нет датчика на VRM в стиле Asus. Стоп! Первая проблема — это шум. Ну да, не, ну шум, да. Это на самом деле очень высокая и большая серьезная проблема. Первая проблема — это шум, соответственно. Так. Вторая проблема — это тот факт, что на датчиках нет ВРМ. Ой, на датчиках, на ВРМе нету датчиков, вы просто вот потрогай. Хотя что потрогай, да мы сейчас можем. Давай пирометр возьмем, да. Да. Это мы вместо уже, ребят, заключения сейчас первого делаем. Да. Просто чтобы вы понимали, как бы открытая крышка, и оно как бы работает, ну типа вот совсем немножко. Mm-hmm. Ну, как бы. Ну, такое. Причем, ну, мы уже остановили Prime, да? Prime идет. А, Prime работает. Ну, как бы он работает. Не, ну тогда, тогда терпимо, кстати. Не, ну он Prime, но на VX, и он только работает, ну, типа, вот. Окей. 10 минут, условно окей, говоря. Ну, окей. Мы можем, поскольку... Добавьте зажат... сюда нагрев от видеокарты, закройте, да, это крышкой и поймете, что вот эта вот одна вертушка 90-миллиметровая, конечно, только тепла не вытолкает. Не, вы можете понять тот факт, что когда они написали на коробке 3 года службы его на помойку, они что-то знали. Вот. Ну, ну, реально, очень велика вероятность, что отвалится материнка. А теперь давайте посмотрим. Ну, в принципе, не, нормально. Блок питания, в принципе, откалиброван нормально. Просто смотрите, у... они зажали все датчики по вольтажу, но в 30-ю линейку вовсю встроили нормальные датчики по входным напряжениям. И, соответственно, мы видим, что вот оно, в принципе, 12.1, 12.095. То есть, я на самом деле уверен, что... Я не знаю, мне кажется, кто-то для HP эти карты делает. Я... Не, ну это может быть, в принципе. Я не думаю, что компания HP сама делает видеокарты. Хотя, в принципе, квадры они делают. Как бы, а почему не прям конкретно HP. Ну да, почему бы им не делать игровые? Кстати, а HP же, они же купили хайперов. Да. Кстати. Ну, говоря, поэтому они поэтому вот тут хайпера и стоят, да. А, наверное, знаешь, но почему тогда стоит Western Digital SSD-шник, если они сами продают же SSD-шники, в том числе и в розницу? Странновато, да? Ну, видимо, посчитали, что это самое лучшее. Не делают они такого уровня, чтобы поставить его все-таки в игровой компьютер. Окей. Ну что ж, я думаю, да, наверное, первую половину видео мы остановим. Наши выводы вы, ребят, видели, но я бы себе не хотел такой компьютер. С другой стороны, учитывая стоимость, да, то есть если вот реально он сейчас бы продавался за 320 тысяч, 330, да, там, тысяч. Кстати, есть еще один интересный момент. Давай. На в памяти GDDR6X встроен цифровой датчик температуры. Так. То есть к нему чисто в теории, ну просто при желании можно подключиться и увидеть его показания. Так.
Они на своей карте его просто спрятали. Посчитали, что... вам нечего людям смотреть на температуры выше 100 градусов. Нет, подожди, может быть, конечно, сейчас я на них наговариваю. Сейчас давайте еще поставим на всякий случай GPU-Z. Ну, вообще, HV-Info спокойно показывает обычно датчик температуры. Обычно показывает, но иногда бывает, что она не цепляется. Ну, давай попробуем. Так, сейчас. Она просто в софт по алфавиту. А, ты думаешь, она просто, типа... Ну, если она есть, как бы, на где-нибудь на нашем рабочем харде, то она довольно старенькая. А она пофиг какая она. Посмотрим. Сможет она определить? Не сможет. Так. А нет, смотри, это просто хавышка не пить. Окей. 94 градуса. Да. Просто в фурмарке. Ну это фурмарки. Ну это нормальная книжки, температура GDDR6. Да. Памяти вообще в принципе. О, а вот хотспот, кстати, интересно. Что он 93. Хотспот 93. Да. Я это проговариваю, потому что там не видно экран с камеры, да, 100%. GPU температура как бы выводится 70, а в реальности там просто в каком-то месте ядра 93. Ну, в общем, видяхи горячо. Да. Да, ребят, я на самом деле третий раз хочу уже остановить ролик, но все время что-то новое подкидывается. В общем, что ты думаешь, Вов? Давай сначала тебя спросим. Ну, вот что ты думаешь в целом про этот компьютер? Ужасная, стрёмная OEM-ная материнка, у которой нету нормального UEFI BIOS, то есть там вместо него что-то HP-шное, не пойми что, про приоритарность, чего вы не можете выбрать XMP. Из-за чего точно вас... не можем. Ну, мы сейчас давай еще на всякий случай еще раз сейчас проверим. Давай проверим. Ну, давай. А давайте, знаете как, мы если проверим, мы запишем. Да, но это потом, соответственно, это самое первое. Соответственно, вы памяти можете, конечно, докинуть, но опять-таки частота у нее будет работы довольно низкая. Угу. Второе, у нее, соответственно, получается два выхода под вертушки, и третий это с их контроллера. Угу. То есть, соответственно, это примерно как V450 DS3H. Ну, в общем-то, да. Ну, единственное, может быть, VRM получше, но мы пока ее не разберем, мы же не знаем. Ну, понимаешь, как, ну, там круто. Мы не знаем, сколько там. Райзены столько не жрут. Поэтому тут все-таки это такое. VRM довольно слабенький, как бы. Самим радиатором вопросов нет. А это действительно настоящий радиатор. А как ты узнал, что VRM слабенький, не заглянув на ключи? Предполагаешь, ну, просто? Он просто маленький, как бы, малое количество фаз, и, в принципе, ну, как бы, я могу предполагать, смотря на все остальные материнки, смотри, вот здесь не распаян какой-то контроллер. Ага. Там вот снизу, вот здесь под видяху, смотри, не вижу, распаяно. Вижу, это 3.0 на USB, подожди. Не распаяно. Он там под этот самый контроллер какой-то еще не распаян. Единственное, что прикольно сделано, что вот здесь вот прям обведена так эта флешка BIOS'а вот здесь, вот между видях и этот. Но это для своих же ребят, сервисников, чтобы им легко было ее перешивать. Соответственно, они экономили максимально на этом. Вот просто мы режем абсолютно все, вот чтобы просто лишь бы оно работало. Поэтому, как бы, ну такое. Соответственно, водяное охлаждение, мы с вами выяснили, что оно в принципе справляется. Но когда у вас в игре будет срабатывать МЦЕ, оно будет адски завывать, верещать, и вам как бы просто будет некомфортно. Если вы играете, допустим, ночью где-то, а у вас рядом спит, там, я не знаю, любящая жена, то она проснется и даст вам в глаз. Третье. Охлаждение, ну как бы да, два вентилятора на выдув, один на вдув, соответственно, ну как бы считается, вроде как не очень хорошо, потому что вроде как нужно делать, чтобы было чуть-чуть больше на вдув, чтобы было повыше давление внутри корпуса, чтобы не сосал лишнего. Кстати, мы тут не сказали, тут есть пылевичок, но пылевичок этот несъемный снизу. Еще вот сделали вот здесь просто посадку под одну еще вертушку хотя бы, было бы уже получше. Ну, соответственно, по поводу апгрейда, как бы, прикольно, что они вывели, соответственно, часть проводов. Странно, что не вывели второй саташник. Я не знаю, может быть, конечно, там человек вытащил или еще да, что-то. Мы этого знать не можем, да, может но, быть. Но, как бы, сам факт, что они хоть немножко подумали об этом, прикольно. Плюс еще мне понравилось, что когда он пока стоял у нас на логотипе винды на входе, у них погасла подсветка. Ну, то есть, частично он все-таки такой в полустелс-режим перешел, тоже прикольно. Но в целом, как бы, я бы себя такой не взял, но учитывая то, что если вы, допустим, живете в Америке, у вас он есть в наличии, то, соответственно, вы просто, грубо говоря, за цену видеокарты покупаете себе целый карту. В принципе, неплохо. Единственное, что, конечно, вот, сколько вот она у нас поработала, там, я не знаю, 10-15 минут, у нее какие-то очень, очень серьезные проблемы с охлаждением, в принципе. У видеокарты.
Ну, то есть она как бы она довольно горячая по сравнению со всеми теми, которые я до этого щупал. Она горячее всяких Asus'ов, Asus'ов, этих самых, даже гигабайтов. Ну, бэкплейт очень горячий, но дольше бэкплейт... нескольких секунд, дальше, вот дольше там 3 секунд, даже 2 секунд, градуса. Вы руку, палец 94. Не продержите, это очень горячо. Ну, просто, чтобы ты понимал, вот здесь вот у тебя распаяно 8 чипов памяти, а они выделяют примерно 50 ватт. Потому что GDDR6, она жрет очень много. Они очень красивый компьютер, обалденная работа дизайнеров, без шуток. Он выглядит очень хорошо, мне очень он нравится. Мне нравится подсветка здесь, мне нравится подсветка здесь. Но компьютер ради дизайна не покупает практически никто. Красные машинки едут быстрее, да, как говорится. Ребят, вы не будете покупать себе очень дорогое, это топовое игровое решение. Давайте говорить серьезно, как оно есть. 11900K, 32 гига быстрой, которая должна быть быстрой, памяти, RTX 3090. Что бы сделал я, будь бы это мой компьютер? Я бы отказался от этого корпуса, я бы отказался от этого охлаждения, отказался бы от этой материнской платы. Оставил бы все остальное. То есть я бы купил нормальную материнку на Z590, можно на Z490, но лучше на Z590. Поставил бы, соответственно, туда процессор, поставил бы туда, ну, я как любитель теперь уже кастомной воды, поставил бы просто кастомную воду на видеокарту плюс процессор, соответственно, все это в большом корпусе, сделал бы 2 радиатора спереди сверху, все бы это спокойно вывел, оставил бы блок питания, оставил бы, естественно, SSD-шник и оперативку, которая на нормальной материнке у нас нормально по XMP заработает. Эту материнку бы просто продавал на вторичке, не знаю, куда бы ее девал, оставлял бы для тестов или просто повесил бы на гвоздь на стену, чтобы на нее любоваться. А в этом красивом корпусе я бы собрал что-то вообще радикально другое, ребят, без шуток, вот абсолютно. Под офисную машинку классный. Под офисную машинку, да. И насколько я понял, вот этот контроллер, который управляет подсветкой, он по USB питается. Да? То есть его можно в любую мать воткнуть, поставить HP-шный софт, наверное. Предположительно, но скорее всего... Или он заругается. Ну, этого мы не знаем. Не, просто смотри, вот я, мне кажется, он вряд ли заработает, потому что есть вот такая классная штука, вот там вот под видяхой. Мы когда снимали, можете там перемотать немножко назад, когда видеокарту, там есть отдельный контроллер. Я предполагаю, что, возможно, он дополнительно как-то этим управляет. Значит, тогда берем эту материнку, берем этот контроллер, расставляем этот корпус, ставим сюда 10400F какой-нибудь. Да, даже просто 10400 без F-ки. И на встроенном видео, чтобы ничего сильно у нас не грелось, под этим же охлаждением, спокойненько ставим эту машину в офис. И получаем обалденный офисный комп. Очень красивый для не знаю чего. Майнинга чи. Смешно. Тут всего 2 накопителя можно поставить. Ну, ребят, в общем, примерно мысль мою, на самом деле, вы понимаете. То есть, вот вы понимаете, да, что бы я сделал? Великолепный проц, нормальную видяху, все это дело переодеваем, берем, вытаскиваем эту оперативку на базе, на той базе, которая остается тут. Сюда ставим, допустим, 10400F, допустим, там, ну, вот в нынешних реалиях какой-нибудь 1650 ставим, играем на этом в доту, оно прекрасно охлаждается тем, что есть. Это обалденно красиво выглядит, отдаем там детям куда-то еще. Не, ну, кстати, Нагрелось. Не, ну как бы оно, я уверен, Прайм фигачит, сейчас, да? Если сейчас закрыть крышку, дать ему поработать там 20 минут, тут и сотни будет. Тут спокойно сотни будет вообще. Ну, пока мы можем только гадать, рассуждать. Ребят, на самом деле, давайте потихоньку будем завершать. Это видео я, может быть, выложу прямо сегодня, вообще практически его не обрабатывая. А дальше что, Вов? Мы, наверное, замутим какой-нибудь стрим с этим. Ну, посмотрим, замутим какой-нибудь контент, чтобы вам тоже было немножко интересно. Расскажем, как минимум, что мы из этого в итоге сделали. Следите за каналом, я не знаю, может будет стрим-сборка, может будет просто... В общем, пока ничего не понятно. Первым этапом, ребят, надо обсудить с заказчиком, что, в принципе, мы с этим делаем, предложить ему варианты и рассказать... как лучше и сколько это стоит, прийти к какому-то консенсусу, а потом это, естественно, реализовывать. Но думаю, что все. Оставайтесь умными. Надеюсь, что мы помогли вам понять, что за звери HP Omen L30 или 30L. Ну, я думаю, в принципе, это компания HP, она, в принципе, примерно так собирает все свои компьютеры. Всем пока, ребята, оставайтесь умными. Ребят, собственно, мы допустили одну ошибку и решили записать по скрипту. Ошибка заключалась в чем? По привычке заходим в BIOS F1 F2. У HP в BIOS мы заходим F10.
Внимание, владельцы ноутбуков, у вас ровно та же ситуация. F2 это диагностическая утилита, F10 это BIOS. Но, даже зайдя в этот симпатичный черный BIOS, да, мы все равно здесь, облазив полностью, не нашли активацию XMP профиля. И странная штука, покажи configuration. Да. Так, ну давайте мы просто пройдем быстренько. Чтобы было понятно, что мы не врем, да. Да, как бы, что мы это security, ничего, да, тут это понятно. Security, ну, соответственно, понятно, да, тут особо ничего нет. Configuration. Меняем язык, виртуализацию, ну, да, вкл-выкл, зарядка от USB, и SATA почему-то находится в RAID. Не знаю почему. Что делать после потери питания экстренного, соответственно, включать, не выключать, нам лог, да, и S4, S5. Да. Wake of LAN можно включить, да, он по умолчанию, кстати, почему-то отключен. Что, кстати, ну вот мне, например, бы хотелось через AnyDesk, например, находясь в другой стране, включать через Wake of LAN свой компьютер. Ну вот не согласен. На гиге, по-моему, включен, но опять же я не уверен. Так, ну, здесь, соответственно, что? Загрузка в USB есть, нетворк будет опять же отключен, Secure будет активирован, какие-то ключи прописаны в загрузчик. Ну и, соответственно, все. Все. Все, Intel Rapid Storage. И дальше мы можем выйти из BIOS. Да. Никаких XMP, никаких вообще приколов и заморочек. Но мы зато поняли, почему именно эта память, скорее всего, потому что у нее в JDEC зашит именно JDEC на 3200. Потому что, беря обычную память, допустим, те же Crucial Ballistics, вы получаете в JDEC 2666 CL18. Ну и стоит сказать о том, что HP купили хайперов. Ну да, HP купили хайперов. Не вот Kingston, но HyperX подразделение. Да. И все-таки как бы... Ну, видимо, вот для того, чтобы ставить их в Омены на 3-222-22-560. Да, они просто им сказали, парни, сделайте. Ладно, пожалуйста, давай не будем затягивать, ты что-то еще последнее хотел сказать. А, я хотел сказать по поводу того, что... По поводу стоимости и карты RTX 3090, да, давай. Как бы в текущих реалиях этот компьютер в принципе не вызывает особых вопросов, просто потому что в нем 3090, в нем 11900K. Его оправдывает его стоимость, да, но... Но... Стоит как бы понять, что на самом-то деле ведь компания HP и конкретно Omen вот эти компьютеры существуют не первый год и даже не первое десятилетие. И их в принципе всегда так собирали. То есть вы, и когда вы просто берете, грубо говоря, представьте, что сегодня вот биткоин, он, я не знаю, $5000 стоит, эфир вообще не существует, майнинг запрещен, за него смертная казнь. И вот вы приходите, покупаете HP Omen. Что вы видите? У вас же крышка со стеклом. Вы видите вот эти прекрасные провода, которые они сами проектировали корпус и сами же не смогли сделать просто нормальные карманы под него. Они заказывают у Cooler Master блок питания и сами же не могут рассчитать длину кабеля, чтобы просто сказали, да сделайте вы его на 10 сантиметров короче, чтобы он у вас отсюда сразу вылезал, и все. Вы же компания HP, которая заказывает специально для себя блок питания. И очень много лет причем собирает компьютеры, да. Я не удивлюсь, вот именно конкретно в этом корпусе. Да, вполне возможно. И знает свой корпус лучше всех, реально. Мы, кстати, с тобой прижим термопасты не посмотрели. Ну, сейчас выключим и глянем. Запишем еще один пост по скриптум. Я пока начну обрабатывать начало. Наша любимая пост по скриптум X2, X3, X4. Все сказал? Да. Давай, все, сейчас тогда будем снимать, будем смотреть прижим пасты и на этом видео все-таки закончим. Я хочу его сейчас выложить. Ну, собственно говоря, выключили его только что. Пост по скрипту номер 2. Да, я только хотел извиниться за то, что мы так все никак не можем слаженный видос записать. Но, ребят, реально, мы сегодня его забрали из дека. И, собственно, прямо сегодня, безо всяких сценариев, как обычно, вот знаете, жиза, как она есть, начинаем сразу пилить контент. Сейчас тебе, да, проехать надо было по МКАДу погудеть? Так, давай посмотрим. Нет, режим, кстати, вполне... Слушай, нет, отлично термопаста нанесена. Она... Ну, почти идеально. Ну, это знаешь как? Нет, смотри, она нанесена очень хорошо. Ее ровно столько, сколько нужно. Тут уже вопрос к в том плане прижим сам пластины. То есть тут это уже вопрос, именно как вот делают эти, как вот Gamer Nexus по прижиму. То есть видишь, у них в центре как будто он есть, по краю он не настолько хороший. Да. Ну как бы это просто, видимо, там уже сама конструктивная особенность. Не, вот. Ну в целом хорошо. В термухе и термуха, она прям... Слушайте, она хорошего качества, она вязкая. Но в принципе и комп не сильно старый, его в апреле-мае, скорее всего, если собрали. Если это 11900. 11900, окей, соответственно, как бы он прям он прям свеженький. Да? Все. Все тогда. Пока. Всем пока.